Сильнейшая за 70 лет засуха на Панамском канале привела к росту стоимости международных перевозок. В этом году в большинстве стран Латинской Америки, включая Панаму, наблюдается длительный жаркий сезон с наименьшим количеством осадков. В результате уровень воды в канале значительно снизился, вынуждая компании сократить объемы перевозимого груза на 40%. Инсайдеры отрасли сообщают, ряд судоходных компаний уже повысили стоимость перевозки одного контейнера с 300 до 500 долларов США. В свою очередь, это привело к росту международных цен на сырье. Метеорологический департамент Панамы полагает, что засуха продлится как минимум до 2024 года.